Всем привет! Я занимаюсь туризмом, биатлоном, ориентированием. Также участвую в соревнованиях по ТПМ водного и велосипедного туризма. Уже с детства я увлекалась спортом, активно каталась на лыжах, занималась плаванием. Тренировки и соревнования являются важным этапом в моей жизни. Соревнования проходят во всех городах Беларуси. Именно поэтому я посетила большие и малые города республики. Своим примером и достижениями я подталкиваю молодежь заниматься физкультурой и спортом, что положительно сказывается на здоровье. В процессе занятий спортом закаляется воля, характер, совершенствуется умение управлять собой. За все время я многого достигла. В 2021-2022 году стала чемпионом республиканской спартакиады среди детей и молодежи по туристско-прикладному многобою в технике велосипедного туризма. Выполнила первый взрослый разряд по туристско-прикладному многоборью. С вами была Вика. Всем пока!